Приветствую, друзья! Я нахожусь в Турции на кладбище. Просто интересно, как здесь хоронят. Могилы есть разные. Вот. Видимо, у богатых людей вот так они выглядят. Все из мрамора. Вот. Посмотрим с этой стороны. Вот надпись. И просто алоэ. А, это каланхоэ, кстати, растет на кладбище. У не очень богатых людей могилки вот такие. Вот так они выглядят. Но это мое мнение. Я не знаю, богатых, не у богатых. Вот так они выглядят. Сейчас я вам покажу еще одни могилы. И смотрите еще здесь, как хоронят. Без опознавательных знаков. Просто камень огорожен. Ни имен, ни дат. Ну, видимо, может быть, человек попал в аварию или не опознали человека. И тут таких могил очень много. Вот, смотрите, как клумбы. Камни и сверху посажены деревья. А есть совсем маленькие могилки. Вот. Видимо, детки похоронены, я так думаю. Удивительного ничего нет, что мы пришли сюда. И все мы тут будем рано или поздно. И живите здесь и сейчас. Запомните эту фразу: здесь и сейчас. И лучше вы будете жалеть о том, что сделали, чем о том, что еще не сделали в этой жизни. Цените жизнь, каждый ее миг, радуйтесь каждому дню. Жизнь очень коротка, и многие ее тратят на негативные эмоции, на сплетни. Ну и, конечно же, разменивают свою жизнь, работая на кого-то. В общем, цените жизнь, отдыхайте, зарабатывайте деньги. И у меня в планах увидеть весь мир. Всем пока!